Здравствуйте, сегодня пятница, 16 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Новый массированный ракетный удар по Украине оставил без света и тепла столицу и многие другие областные центры. Есть жертвы среди мирного населения. Представители украинского военного командования и правительства Украины заявляют о планах Кремля начать новое наступление на Киев. Государственная Дума России собирается усложнить условия работы на удаленке для уехавших за границу россиян. Также сегодня. Мне позвонили на рабочий телефон, и было смешно, было удивительно, что до меня добралась рука закона, но страшно не было. То есть никакого страха я не испытал, больше посмеялся. Житель Читы Иван Лосев о преследовании за публикацию в соцсетях пересказа его сна с участием Владимира Зеленского. Россия сегодня вновь подвергла массированному ракетному обстрелу практически все регионы Украины. По предварительным данным, были выпущены не менее 60 ракет. Вот что сегодня утром передавала в эфире телеканала «Настоящее время» корреспондент в Киеве Юлия Жукова. Еще продолжается воздушная тревога, и буквально вот 10 минут назад, наверное, был такой, наверное, один из самых мощных взрывов, которые мы слышали, и после этого появилось сообщение от мэра Виталия Кличко, что этот взрыв был в Деснянском районе, это левый берег Киева, и туда сейчас едут все службы на место. До этого тоже были слышны взрывы, я конкретно слышала их очень глухо, скорее всего, это была работа противовоздушной обороны. В принципе, эту информацию подтверждали и власти Киевской области, что активно работает в области противовоздушной обороны. О каких-то масштабах разрушений или жертвах пока никакой информации нет, но уже предупреждают о том, что могут быть перебои с электричеством. Где-то его начали выключать заранее, еще в тот момент, когда только начался пуск ракет, для того, чтобы, если будет это попадание, не было сильного напряжения на сети. Сейчас самая тяжелая ситуация в Харькове и области. Известно там, что было 3 попадания в объект критической инфраструктуры. Это официально информации. Сейчас весь город остался без электричества, и там уже сообщают о том, что есть перебои также со связью мобильной. Всех просят не игнорировать воздушную тревогу. Я тоже была сейчас в квартире между двух стен. Я использую правило двух стен. Плохая связь была в квартире, поэтому вот вышла на улицу для того, чтобы рассказать о том, что происходит. Пока что в Киеве таких вот масштабных нет еще перебоев с электричеством. Будем смотреть уже в течение дня, какие последствия от ударов. Это было прямое включение в утренней программе телеканала «Настоящее время» корреспондента телеканала в Киеве Юлии Жуковой. Ракеты выпущены с самолетов Ту-95, это ракеты Х-535 и Х-101, также есть пуски калибров с Черного моря, есть также запуски ракет С-300, кроме того, работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые пускают ракеты Х-22, рассказал в эфире общенационального украинского телемарафона представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат. В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Там есть не менее 2 погибших. В Киеве, Харькове, Днепре было остановлено движение поездов метро. Станции сейчас работают как бомбоубежище. Во многих крупных городах Украины вновь нарушено электро-, водо- и теплоснабжение. В Брюсселе вчера состоялось последнее в этом году совещание глав и правительств стран Европейского Союза. Главной темой обсуждения было дальнейшее оказание помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. И в тот же день представители Генерального штаба ВСУ, Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел заявили, что Россия в начале будущего года планирует вновь попытаться захватить Киев, для чего сейчас российская армия концентрирует свои резервы. О том, возможно ли такое наступление российских войск и может ли украинская армия провести в ближайшие недели контрнаступление на юге и востоке Украины, рассуждает бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Если мы видим по времени и раскладу сил на ближайшее время, то
ожидается уже готовность серьезных резервов российских, февраль и плюс-минус конец января или начало марта. И до этого времени остается где-то там 1.5-2 месяца, где можно реализовывать какие-то подходы, в том числе Украины, при наличии определенных резервов для осуществления действий, в том числе и контрнаступательного характера, на каких-то оперативных направлениях. То есть пока мы имеем в ходе проведения стратегической своей оборонительной операции, российской второй наступательной операции на юге и востоке, так вот в ходе проведения нашей оборонительной стратегической операции мы имеем действия на Харьковском и Херсонском направлении, которые квалифицируются как наступательные операции оперативного уровня. То есть если такого рода операций еще будет несколько, то это может привести к серьезным изменениям стратегического уровня и по времени, и при наличии сил и средств украинской стороны могут быть достигнуты уже не оперативного, а более высокого стратегического уровня результаты. Например, раскол обороны противника на юге, если можно было бы предположить, что удастся выйти в направлении Мелитополь-Мариуполь-Бердянск, таким образом пересечь сухопутный коридор между континентальной Россией и Крымом, таким образом симметрично влияя на то обстоятельство, что они вынуждены будут уйти с левобережья Херсонского, ну и так далее. Ряд такого рода последствий, в частности таких, что они вынуждены будут в этих условиях от наступательных штурмовых действий в районе Бахмута, Авдеевка, Марьинка переформатировать, перегруппировать свои силы и удерживать ту ситуацию, которая складывается в результате таких действий Украины. Если наступать они не смогут в этом месяце, предположим, резервами стратегическими, а они пока еще их не сформировали, не подготовили, то эти резервы могут готовиться вплоть аж за Уралем, в Сибири. Известна ситуация историческая по Второй мировой Великой Отечественной, так называемой, по битве за Москву. Когда происходило все это, то есть убедились, что японцы, скорее всего, не будут наносить удары по Советскому Союзу, и сибирские дивизии свежие были переброшены аж с Сибири на фронт. Вот вам и пример. То есть если воевать через 2-3 недели, где эти батальонные группы, то есть в Белоруссии пока их немного, или на границе России, где есть, в общем-то, но недостаточное количество. Мы говорим о стратегическом резерве. Это несколько другое. Это то, что по расчетам они могут сформировать те сроки, которые мы официально довели политические военные руководители. Все, что может и должно способствовать усилению обороноспособности Украины, должно делаться всеми, от солдата, простого гражданина нашей страны и до генерала, а генерал тоже солдат, значит, и высшего уровня деятелей политических. Это все должно осуществляться. Я понимаю, что, например, заявление нашего верховного главнокомандующего президента о том, что надо готовить операцию контрнаступательную и освобождать Херсон и прилегающие территории, реализовались только через 4 месяца, казалось бы. Но на это повелся противник, перебрасывал войска под Херсон, а благодаря этому было использовано такие перегруппировки противника и нанесены удары на успешные на Харьковском направлении, то есть была проведена информационно-психологичная операция. То есть сейчас то и они во благо безопасности Украины, значит, они должны проводиться. С точки зрения того, чтобы быстро добиться, если удастся, это мечты Путина, то, конечно, остается по-прежнему вот военно-политическая задача взять Киев, и тогда решатся все вопросы. А тут два ответа. Первое, они это не смогут сделать. Второе, если бы даже это случилось, то Украина не сдастся. Украина устоит, и мы будем биться дальше. Они не могут понять такой подход, такой психологии. Они очень плохо знают. Они думают, что мы часть их сообщества. А это далеко не так.
Мнение бывшего заместителя начальника генерального штаба ВСУ Игоря Романенко. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что Владимир Путин не сыграет в хоккей перед Новым годом на Красной площади, как это он обычно делает, и не обратится в этом году с посланием к Федеральному собранию. Однако свою традиционную встречу с работниками Федеральной службы безопасности президент России отменять не собирается, рассказал Песков. Вчера Путин по видеосвязи провел совещание Совета по стратегическому планированию. Его собственное выступление длилось час. Как тут же отметили многие наблюдатели, это стандартная продолжительность отмененного в этом году президентского послания. И вот что Путин, в частности, сказал об экономической ситуации в России. По итогам года прогнозируется снижение ВВП. Действительно, снижение, я уже об этом и публично говорил, ну, примерно на 2,5%. Десятых процентов. Я, правда, недавно сказал 2,9, но вот последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше, 2,5%. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20%, который предрекали многие западные, но, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты. В момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной. Несмотря на санкции, это любопытное наблюдение. Несмотря на санкции, за 9 месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза. Совокупный экспорт, российский экспорт увеличился на 42%. А профицит торговли в нашу пользу в 2,3 раза до 138 миллиардов долларов. Под основными товарами, экспортируемыми в Европу, Владимир Путин, видимо, имел в виду прежде всего поставляемые туда углеводороды. Я попросил экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта объяснить, с чем связан такой высокий профицит внешней торговли России, если, конечно, исходить из того, что приведенные Владимиром Путиным цифры соответствуют истине. В своем ответе Максим Блант особо отметил тот контекст, в котором Владимир Путин оперировал и этими цифрами, и выражением, развязанное против России коллективным Западом, экономическая война. Вполне может сложиться впечатление, что никакую настоящую войну Россия против Украины сейчас не ведет. Резкий рост товарооборота между Россией и Евросоюзом, причем односторонний рост, да, это речь идет о ценовом росте экспорта России в европейские страны, и об этом Путин тоже специально упоминает, конечно, вызван не тем, сколько физически товаров и сырья было отправлено в европейские страны, а ростом цен на это сырье, особенно в первой половине года. Да, то есть понятно, что когда газ взлетел на порядок, нефть выросла в 2-2,5 раза, эти все цифры и отразились в стоимости российского экспорта. И российские компании, российский бюджет эти деньги в значительной степени получили, несмотря на финансовые ограничения, которые вводил Евросоюз. То есть здесь не надо, опять же, иллюзий относительно того, что Европа окончательно откажется от российских углеводородов. Нет, об этом речь тоже пока не идет. Речь в лучшем случае о ценовых ограничениях на нефть и об отказе там от нефти, которая идет морским путем. Что касается газа, в значительной степени его европейским странам удалось заместить, но напомню, что трубопроводный газ «Газпрома» как шел в европейские страны, так и продолжает идти и будет идти, я думаю, и в следующем году точно так же, как и в этом. И оплата за него точно так же будет поступать. Это как раз в путинском послании поразило немножко другое. Да? Это фактически послание. Просто Владимир Владимирович, видимо, лень было вылезать из бункера и ехать в Государственную Думу, чтобы очно присутствовать. Поэтому он все то же самое предпочел сделать по видеосвязи, в режиме видеоконференции. Больше часа он вещал. И за этот час, наверное, один раз где-то на 30-й минуте прозвучало слово «спецоперация», там не было войны. Не нашлось в стратегии ни слова про войну, не было даже спецопераций, просто не прозвучало ни разу слово «Украина». И это удивительно, да, то есть в самом начале буквально он начал про то, что европейские страны и коллективный Запад совершили
акт экономической агрессии. Через три слова он сказал о том, что Россия объявлена экономическая война коллективным Западом. И это было на ровном месте, да, вот так вот взяли и вероломно напали на Россию. Вот эта картина мира, она, конечно, удивительная. Особенно с учетом того, что через несколько часов после этого были нанесены новые ракетные удары по мирным городам, по Киеву, по Харькову и так далее. Вот, то есть вот к тому, что говорит Путин сейчас, совершенно не надо относиться как к какому-то адекватному плану, стратегии. Потому что, опять же, в этой речи он говорит о том, что наш главный приоритет – это сбережение народа. Этим словом мобилизация, там погибшие, раненые, потери. Этого ничего нет. Нет никакой войны. Единственное, что упоминалось, это, ну вот, есть, оказывается, у России откуда-то тоже уже через 20 минут после начала этого замечательного зажигательного выступления, причем, ну, есть какие-то новые 4 области. И там в зачаточном состоянии находится жилищное строительство, его надо как-то стимулировать. Поэтому давайте мы вот им сделаем льготную ипотеку под 2%. И это стимулирует жилищное строительство. В Запорожье, там, в Херсоне. При этом, да, через несколько часов наносится ракетно-бомбовый удар по Запорожью, по Херсонской области. Ну, вот как-то это все странно. Что касается отношений с Западом, ну да, Владимир Владимирович козыряет тем, что вот без нас, как, дескать, обойтись не могут. И в какой-то степени, наверное, европейские лидеры идут по пути компромиссов, да. Ну вот по сравнению с той картиной мира, которую он пытается, я не знаю, каким-то образом имплементировать в России, это правда удивительно. Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 16 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России хотят ограничить право удаленной работы для тех, кто покинул страну после начала частичной мобилизации, как ее называют в Кремле. С такой инициативой выступил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Андрей Клишас. Внести законопроект в Госдуму его авторы пообещали до конца этого года. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отъезд за границу после объявления мобилизации предательством. Уже сейчас работающие за границей больше полугода россияне теряют в России налоговое резидентство и обязаны выплатить налоги по ставке 30%, а не 13% за все эти 6 месяцев. Что теперь придумал Клишас, пока непонятно, говорит основатель помогающего уехавшим проекта «Ковчег» юрист Анастасия Буракова. Мы пока справедливости ради не знаем, какие именно меры предлагаются. То есть никто не видел текста законопроекта. Мы видели заявление о том, что депутаты хотят усложнить жизнь россиян, которые живут за границей, но по-прежнему работают на российские компании. И видели заявление, что это, скорее всего, коснется государственного сектора и там чувствительных отраслей, видимо, высокотехнологичных. Поэтому какие это будут меры, как изменится положение налогового кодекса, как изменится налогообложение или регулирование, например, удаленки, это пока вопрос открытый. Ранее, около месяца назад или чуть больше, мы видели заявление того же господина Клишаса, который говорил, что вообще госкомпаниям запретят заключать трудовые договоры на удаленную работу. Как это можно сделать? Ну, законодательно, конечно, можно там перелопатить трудовой кодекс, туда что-то внести. Мы уже не удивимся каким-то законодательным новшествам, которые вообще идут в противоречие со здравым смыслом, мировой практикой, российским законодательством. Но увидим, какие это будут меры и насколько это пока пугалка или это какие-то реальные действия в отношении людей, которые работают из-за границы на российские компании. Сложно говорить про какие-то ограничения, например, на свободу передвижения в части работы удаленно. Ну, могут быть внесены, конечно, изменения в Трудовой кодекс. Трудовой кодекс вообще в России регламентирует, ну, все достаточно конкретно и предметно, всю сферу труда, и в том числе удаленного труда. Ну, наверное, могут внести положение в Трудовой кодекс, который, например, там, в части работников госсектора ограничит их в праве заключать
удаленные трудовые договоры. Но мне сложно представить, что в части, например, компаний, которые не являются государственными и не относятся там, к органам власти каким-то образом, что им там можно, как коммерческим компаниям, что-то запретить отдельно в Трудовом кодексе. Поэтому увидим, куда будут вноситься изменения. Но я предполагаю, что, скорее всего, это коснется госсектора и, скорее всего, коснется возможности заключать трудовые договоры на удаленную работу. Говорила Анастасия Буракова, основатель проекта «Ковчег», который помогает уехавшим за границу после объявления так называемой частичной мобилизации россиянам. 8 декабря 26-летний житель Читы Иван Лосев был оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии за пересказ в социальных сетях своего сна с участием Владимира Зеленского. И вот этот сон. «Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: „О, я твои сторис в Инсте видел, слава Украине“. Я ему отвечаю: „Героям слава“. Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: „Так, его отпустите, всех остальных расстрелять“. И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: „А можно с вами селфи для Инсты сделать?“ И Зеленский говорит: „Можно“. Это конец сна. Вчера протокол был составлен и на мать Ивана Лосева за лайки под постами с нелицеприятными выражениями в адрес Владимира Путина и с утверждением, что Крым принадлежит Украине. Вот что рассказывает сам Иван Лосев. Мне позвонили на рабочий телефон, и было смешно, было удивительно, что до меня добралась рука закона, но страшно не было. То есть никакого страха я не испытал, больше посмеялся. Сообщил об этом родителям, мама немножко поволновалась. Я также об этом сразу же сходу пошутил у себя в социальных сетях, о том, что все, скоро за мной приедут, скоро меня заберут. Там выложил фотографию, где я стою рядом с Алексеем Навальным и написал: „Алексей, ставь чайник, жди меня“. Ну, то есть мне было действительно смешно. То есть мне было смешно. Я знал, что последствия могут быть очень страшными, я к ним был готов, но я не переживал. Да и ранее я уже бывал в Следственном комитете по поводу своих тех или иных высказываний, поэтому, да, я был готов, не страшно. То есть я продолжаю делать все то, что я делал раньше, я все так же продолжаю разговаривать об этом, писать об этом в интернете, о том, что я не согласен с этой войной, что она мне отвратительна, что я поддерживаю в этом плане народ Украины. И там посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что война закончится раньше, чем даже придется платить этот штраф. Не потому, что мне жалко отдать эти деньги, а потому что я слишком сильно уверен в героизме и силе народа Украины. То есть украинский народ выиграет даже раньше, чем выйдет последний срок, когда нужно будет за этот штраф платить. И в дальнейшем все эти люди, которые также оштрафованы или посажены даже за ту же самую статью, которые судят сейчас, судили меня и сейчас будут судить мою маму, они будут декриминализированы, выйдут и станут хорошими, уважаемыми людьми в обществе. А те, кто эти законы издавал, а также их выполнял, эти ужасные людоедские законы, будут стыдиться и, возможно, даже станут сами на скамью подсудимых. 24 февраля и в ближайшие дни было страшно находиться в стране, потому что вокруг много идиотов поступало, много угроз. И в целом было непонятно, что будет дальше, потому что было какое-то ощущение, что, может, Россия вся и разворована, Россия ужасная там страна с точки зрения коррупции, но вот что-что, а в армию Путин вложился, что вот с армией у нас все прекрасно, все круто, и действительно наше вооружение шикарное, и мы действительно сотрем сейчас с лица земли Украину, что ужасно, после чего на России можно будет ставить крест. То есть у нас рассказывают о том, что мы вот сейчас победим, и после этого воспрянем, и Россия станет великой державой, такой самой главной нацией в стране, и все вот эти однополярные, многополярные миры и прочий бред, который они несут, тогда действительно в это верилось. Но, как оказалось, наша армия такая же дутая, и все величие нашей армии такое же дутое, как и все то, о чем говорят по телевизору. То есть сегодня я понимаю, что в
возможно, украинская победа придет быстрее, чем отсюда придется бежать. Я вообще не запоминаю сны, серьезно, Это случается крайне редко, просто тогда как-то так случилось, совпало, и, как оказалось, этот сон в итоге очень сильно изменил мою жизнь. Я пишу обо всем, так или иначе. То есть я пишу и о своей жизни, я также критикую власть, я пишу о событиях на фронте, я пишу свои там слова поддержки в сторону украинского народа, критику власти. И, иногда я шучу о чем-то, чтобы просто, самому не сойти с ума. И мне просто показалось это забавным. То есть тогда была такая ужасная повестка после начала мобилизации, то есть все были так или иначе на нервах, я тоже был на нервах, и просто вот этот сон случился со мной, и я решил, немножко разбавить атмосферу, и, как оказалось, вышло, что вышло. Просто хотел разбавить атмосферу такого ужаса и страха. Я и понимаю то, что я могу сейчас оказаться теоретически в тюрьме, но насчет повестки у меня четко устоявшееся убеждение. Я буду максимально говорить о том, что я ни за что в жизни не возьму оружие. Если вы меня туда насильно привезете, я не пойду против народа Украины. Если вы все-таки мне всучите это оружие, я его направлю против вас. Говорил 26-летний житель Читы Иван Лосев, который, напомню, был оштрафован за пересказ в социальных сетях своего сна с участием Владимира Зеленского. И в заключение очень коротко об одной из вчерашних тем. Как мы сообщали, Михаил Саакашвили 3 часа держал в тюрьме, где он содержится, голодовку с требованием его перевода для лечения в зарубежную клинику, и прекратил ее после обещания нескольких депутатов Европарламента вмешаться. Сегодня голодовку в поддержку бывшего президента Грузии объявили его соратники. Передает Георгий Кабаладзе. 4 члена парламента от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» объявили бессрочную голодовку в фойе здания законодательного органа Грузии в непосредственной близости от зала пленарных заседаний. Они требуют немедленно перевести экс-президента для адекватного лечения из столичной больницы Вивамеды в европейскую клинику. С депутатами, объявившими голодовку, встретился председатель парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили и попросил их избрать любую другую форму протеста. Папуашвили подчеркнул, что подобные формы давления на суд недопустимы. В ближайшее время Тбилисский городской суд должен принять решение об отсрочке исполнения наказания для бывшего президента Грузии на год и его отправке в Европу для лечения от ментальных и неврологических заболеваний. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Сейчас уже можно подписаться и на нашу новую аудиоплатформу в YouTube. Это канал «Радио Свобода Лайв». И не забывайте, конечно, подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».